Знаете, я хотел начать с того, что после предыдущей конференции, которая была посвящена токсоплазмозу у больной с ВИЧ-инфекцией, осталась какая-то недосказанность. Я вот долго думал, что я хотел бы сказать, чтобы завершить эту историю. И, к сожалению, уже после конференции вспомнил об очень важном обстоятельстве, которое я хотел бы, чтобы наши доктора тоже помнили. Мы с вами говорили о том, что когда мы диагностируем, когда мы подозреваем у пациентов ВИЧ-инфекцию, то первое, что мы делаем, мы ставим ИФА, то есть пытаемся обнаружить антитела, и при положительной ИФА мы уже проводим реакцию на антиген, то есть проводим реакцию иммуноблотинга. Это делается потому, как уже, в общем, все это известно, что ИФА бывает в ряде случаев ложноположительной. Но бывают ситуации, когда ИФА бывает ложноотрицательной. И я просто в двух словах хотел вам рассказать об одной истории, которая произошла 30 лет тому назад, когда такой случай был впервые описан еще в Советском Союзе, когда о ВИЧ-инфекции... Рассаживайтесь, пожалуйста, не стойте в проходах. Когда о ВИЧ-инфекции еще мало кто что знал, и мы знали только о том случае ленинградской проститутки, вот, которая первая попала на страницы не только медицинской, но и немедицинской печати. И вот в одну из московских больниц поступил 50-летний доцент сельскохозяйственной академии, который в течение длительного времени страдал бронхиальной астмой. Поступил он в состоянии астматического статуса. Естественно, он был помещен в реанимацию, и ему довольно быстро купировали астматическое состояние по понятным причинам глюкокортикоидами. Он был действительно гормонозависим, хотя до этого момента обходился только ингаляционными стероидами. И он вышел из астматического состояния, был переведен в коечное отделение. И спустя 2 или 3 дня у него вдруг высокая лихорадка, и на снимках была обнаружена двусторонняя пневмония. Пневмонию эту начали лечить, однако никакого эффекта не было. Пневмония превратилась довольно быстро в деструктивную форму. Состояние больного ухудшалось, но обращал на себя внимание такая вещь, как кандидоз полости рта. Ну, совершенно понятно, что больные, которые лечатся ингаляционными стероидами, для них кандидоз полости рта – это такая совершенно нормальная история. Но в этом случае кандидоз был особенно, как-то особенно ярким. И с учетом вот этой пневмонии деструктивной, которая не поддавалась никаким видам лечения, ему были проведены 2 реакции ИФА на ВИЧ. Впервые был заподозрен тогда вот ВИЧ. Опять-таки, вполне экзотическая болезнь для того времени, это 87-й год. Обе реакции были отрицательные. Тем не менее, больной продолжал лихорадить, легкие продолжали разваливаться, и с очень большим трудом удалось тогда уговорить Вадима Валентиновича Покровского, который возглавлял эту лабораторию, провести ему иммуноблотинг при дважды отрицательной ИФА. Ему был проведен иммуноблотинг, и в один день больной умер, и пришел положительный блот. Вот его вскрытие проходило уже в первой инфекционной больнице. Вот это вскрывала Лена Ивановна Келли, которая, по-моему, до сих пор у нас работает. Вот. И был выявлен СПИД в стадии иммуноблотинга.
супрессии, полная развернутая форма. Я говорю о том, что больные, которые находятся постоянно на какой-то иммуносупрессивной терапии, то есть больные с заболеваниями, требующими постоянной иммуносупрессии, это касается глюкокортикоидов, цитостатиков, то есть те препараты, которые могут оказывать влияние на выработку антител. В этом случае реакция ИФА может оказаться ложно отрицательной, даже при наличии ВИЧ-инфекции. Поэтому надо иметь в виду, что не только положительные, ложноположительные реакции ИФА, но и в этих случаях они могут быть ложноотрицательными. Вот, собственно, то, на что хотел обратить ваше внимание. Сегодня мы рассматриваем довольно своеобразный случай смерти 76-летнего нашего пациента. Он был пациентом поликлиники номер 5. Поэтому первое слово Карине Михайловне. Уважаемый Леонид Михайлович, уважаемый Алексей Иванович, уважаемые коллеги, позвольте представить вам доклад на тему оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях пациенту Х 1939 года рождения. Пациент Х 1939 года рождения проживал по адресу территории обслуживания городская поликлиника номер 5. И инвалид второй группы прикреплен был к филиалу номер 1. И как бы льготная категория 082, отказ от федеральной льготы с 2015 года. Представленные документы – это медицинская карта амбулаторного больного, выписные эпикризы из городской клинической больницы номер 23 имени Давыдовского и научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии. По данным амбулаторной карты пациент наблюдался с 26 октября 2012 года. С 26 декабря 2012 и по 18 января 2013 года находился на стационарном лечении городской клинической больницы номер 23 имени Давыдовского с диагнозом ишемическая болезнь сердца, острый от 25.12.2012 года передний боковой инфаркт миокарда с распространением на верхушку с подъемом сегмента СТ, постоянная форма мерцательной аритмии, тахисистолический вариант, осложнение, тромбированная верхушка левого желудочка в остром периоде, на фоне артериальной гипертензии третьей степени и сопутствующая патология, геморрагический васкулит с поражением кожи и почек в анамнезе 2008 год. С 18 января 2013 года по 10 февраля 2013 года находился на долечивании и реабилитации в кардиологическом санатории Подлипки. С 11 февраля 2013 года взят на динамическое наблюдение врачом-кардиологом с диагнозом ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения второго функционального класса, постинфаркт и кардиосклероз, передний боковой инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ от 25 декабря 2012 года, осложненный, тромбированный верхушкой в остром периоде, постоянная форма фибрилляции предсердий, гипертоническая болезнь третьей степени. Проводимая терапия метопролол 50 мг 2 раза в день, тромбоаз 100 мг 1 раз в день, варфарин 2,5 мг по 1¾ таблетки под контролем МНО, ИНАП и атервостатин. В дальнейшем неоднократно... Пациент, я обратно почему-то пошла.
Так, проводимая терапия. В дальнейшем неоднократно осмотрен врачом-кардиологом, так как он находился на листке нетрудоспособности, практически еженедельно он осматривался, была проведена экспертиза временной нетрудоспособности, установлена вторая группа инвалидности 26 марта 2013 года. На фоне проводимой терапии приступы стенокардии не рецидивировали, на ЭКГ регистрировалась фибрилляция предсердий, норма систолия, артериальное давление стабилизировалось на уровне 110 на 70, 135 на 80 мм тутного столба, достигнут был целевой уровень МНО. В дальнейшем пациент осматривался кардиологом в апреле, в мае, в июне, получал прежнюю терапию. В связи с нецелевым уровнем липопротеидов низкой плотности была увеличена доза атарвостатина до 40 мг и МНО на целевом уровне. Далее, значит, пациент проходил ультразвуковое исследование сонных артерий, и было выявлено справа общее сонная артерия, наружная сонная артерия без значимых стенозов, 70% стеноз проксимального отдела внутренней сонной артерии. Был консультирован неврологом атеросклероз сосудов головного мозга и 70% стеноз внутренней сонной артерии справа. Был рекомендован контроль ультразвуковой доплерографии брахиоцефальных артерий на октябрь 2013 года, назначен курс инъекционной терапии. Рекомендована консультация ангиохирурга. Далее с 1 июля по 13 октября 2013 года в поликлинику не обращался. 13 октября 2013 года осмотрен врачом-кардиологом, осуществлена плановая выписка от энолола, варфарина, ацетилсалициловой кислоты, атарвостатина сроком на 2 месяца. Далее опять исчезает на 3 месяца, в поликлинику не обращался. 11 февраля 2014 года осмотрен врачом-терапевтом, направлен на обследование и консультации специалистов перед МСЭ. 19 марта 2014 года проведено повторное освидетельствование в Бюро медико-социальной экспертизы с установлением второй группы инвалидности бессрочно. Далее. Был осмотрен врачом-кардиологом, объективный статус без динамики, был направлен в научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии для решения вопроса о проведении кардиоангиографии перед проведением каротидной эндартерэктомии. По данным выписного эпикриза научно-практического центра выписан в удовлетворительном состоянии без рецидивов ангинозных болей с диагнозом клинический диагноз ишемической болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, осложненный тромбированной верхушкой в остром периоде, многососудистое поражение коронарных артерий, постоянная форма гипертоническая болезнь третьей степени, сопутствующий диагноз геморрагический васкулит и единственное обострение в 2008 году – стенозирование устья правой брахиоцефальной артерии 65%. По данным эхокардиограммы отмечен гипокинез нижней стенки. Велоэргометрия не проводилась с нарушениями сердечного ритма. При суточном мониторировании ЭКГ ритм фибрилляции предсердий с частотой 57, 101, 247 в минуту. Желудочковых экстрасистол 111. При проведении диагностической коронароангиографии выявлена селективная коронароангиография. Врачебной комиссии рекомендовано проведение операции аортокоронарного шунтирования в плановом порядке в многопрофильном стационаре. Выписан с рекомендованной терапией нитратами, бета-блокаторами, блокаторами, антикоагулянтами, дезагрегантами под наблюдением кардиолога, сосудистого хирурга по месту жительства. Значит, он обратился к нам уже вот 9 июня 2014 года. Была запланирована консультация кардиохирурга в научно-исследовательском институте имени Склифосовского на предмет аортокоронарного шунтирования, контроль МНО, липидного спектра, цифр артериального давления и частоты сердечных сокращений. С 9 июня 2014 года по 9 февраля 2015 года в поликлинику не обращался. В феврале 2015 года был осмотрен врачом-терапевтом, проведена коррекция терапии,
ацетилсалициловая кислота, магний гидрохлорид, бисопролол, энолаприл, ранитидин, варфарин. Запланирована консультация врача-кардиолога. По анализам наблюдалось некоторое такое лабораторное ухудшение. Осмотрен врачом-кардиологом, проведена коррекция терапии по результатам проведенного обследования, увеличение дозы статина, изменение дозы варфарина. Отмечен целевой уровень значения артериального давления 130 на 80. Запланирована повторная консультация на май 2015 года. Эхокардиограмма без существенной отрицательной динамики. 10 марта 2015 года осмотрен врачом-неврологом, цереброваскулярная болезнь, хроническая ишемия мозга, вестибулотоксический синдром. Атеросклероз брахиоцефальных артерий 70%, справа внутренняя сонная артерия, слева 40%. Рекомендована лекарственная терапия, дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий в сравнении с апрелем 2014 года. Повторная явка с последующей консультацией НИИ Склифосовского. Пациент прошел, значит, дуплексное сканирование внечерепных отделов брахиоцефальных артерий, где подтвердился стеноз правой внутренней сонной артерии на 70% и левой на 40%. И 27 марта на прием к неврологу не явился. Далее, вот, Леонид Михайлович, с апреля по декабрь 2015 года терапевтической службой филиала номер 1 5-й поликлиники производились неоднократные попытки установить контакт с пациентом, телефонные звонки, активные посещения. На телефонные звонки реакции не получено, как бы дверь в квартиру тоже не открывали. Мы больше вот не видели пациента. Спасибо за внимание. Если есть вопросы. У меня к вам несколько вопросов. А по какому адресу он проживал? У вас записано? Да, он проживал у нас по адресу. Какому адресу вы звонили, и он вам дверь не открывал? Ну, здесь у меня адреса нет, но Новая Басманная, я помню. Старая Басманная. Ой, Старая Басманная. Старая Басманная. 80. Тогда у меня уже вопрос следующему докладчику пока. Скорая помощь, куда он вызвал? На Старую Басманную? Тоже? Нет, вы не, пока, вы мне только на этот вопрос ответьте пока. Вы приехали на Старую Басманную? То есть, если бы он уж там так не жил, переехал на дачу или еще куда-то, Карина Михайловна, да. Вы, пожалуйста, со своими сотрудниками все-таки проведите эту работу. Выглядит довольно странным, что он столько времени не открывал дверь, не отвечал на звонки, однако скорая помощь поехала по тому же адресу, который у вас записан. Согласитесь, это странно. Да. Второе. Вы говорили о целевом МНО, целевом показателе МНО. Сколько это должно быть так? Вот, какого показателя вы достигали на варфарине? Вот мы проанализировали, значит, назначение. Можно я? Да. Ну, от 2 до 3 должно быть целевое. От 2, потому что последнее, что я видел, это 1,46, да? Да. Дело в том, что, Леонид Михайлович, ну, я скажу так, что у нас вначале его наблюдал один кардиолог, потом у нас Кузнецова ушла в декретный отпуск, и он перешел к другому кардиологу. Вроде как бы вот вначале все шло нормально, но вот со вторым кардиологом... Ну, Кузнецова ушла, она же не от него в декретный отпуск ушла. Нет, для него. Он же ни при чем здесь. Да, я думаю. Почему он должен был от этого пострадать? Нет. Вот ему назначали. Мы сделали анализ и стали понимать то, что все-таки у пациента была какая-то низкая приверженность к лечению, и вот он даже вот в каком-то периоде он перестал пить варфарин, мы потом снова врачи начали ему назначать. И аккуратно все-таки добились уровня, но я разговаривала с кардиологом непосредственно, который наблюдал его, он сказал, что я заметил, что он не очень настроен пить варфарин и не приходит на контроль МНО, поэтому я его оставила на одной таблетке. Угу. То есть больной с постоянной редко формой визиты, постоянной формой мерцания предсердия, да, для которого варфарин, ну, в основном, что на тот момент был единственным возможным методом профилактики эмболических осложнений,
Он, ну, 1,46, то, что я увидел у вас на экране, это, конечно, не целевое МНО для такого пациента. То есть явно он варфарин недополучал. Но МНО вы ему делали, проверяли достаточно часто? Это было как-то... Вот вначале... Проблем в поликлинике с тем, чтобы посмотреть МНО, нет у вас? Нет, у нас есть каучеки и расходный материал. Вот, правда, немножко трудно с расходным материалом. Хорошо, спасибо, Карина Михайловна. Я попрошу рецензентов занять свои места в президиуме, то, что они не сделали. Николай Анатольевич, я тоже хотел попросить. Угу. Вопросы к Карине Михайловне есть? Карина Михайловна, пока вот рецензенты еще рассаживаются, вот у вас промелькнул этот самый геморрагический васкулит, да еще с почечным синдромом. Кто-то занимался этим васкулитом? Кто-то понял, что это такое? Это что, болезнь Шейлен-Геноха суи генерис? Или это вторичный какой-то васкулит? Тем более, понимаете, геморрагический васкулит, да еще с нефритическим синдромом, то есть ясно, что была гематурия у него когда-то, а вы назначаете варфарин, я уж не говорю там об антиагрегантах. Скажите, вот кто-то занимался этим исследованием, собственно, что это за геморрагический васкулит, как он проявлялся у него внешне хотя бы? Леонид Михайлович, ну, пациент, как бы, жалоб со стороны пациента на геморрагический васкулит, на какие-то выступления. Ну, это понятно, ну, не там, было. Если не чешется, то никаких жалоб-то больше да, нет. Да, оно упоминалось просто один раз всего, что в 2008 году был вот... То есть один эпизод. Один эпизод. А в момент, пока вы его наблюдали, никаких высыпаний и никто не видел, и новых высыпаний не было. Не было, нет. Потому что геморрагический васкулит, это ведь, в общем, тоже такая... Такое понятие, это общее, в геморрагический васкулит иногда мы запихиваем довольно много нозологических единиц, и нам бы хотелось понимать их природу. То есть у вас, по сути дела, вот есть, был эпизод вот этого высыпания, такого синдрома Шейлен-Геноха, и после этого его никто не видел. Не, мы даже не видели эпизод высыпания. И в вашей истории, у нас в анамнезе, никто, только в анамнезе, с его слов или там со слов? Нет, с больницы, с 23-й больницы мы получили, вот, что в анамнезе было в 2008 году. Ну, потому что в этой ситуации это может иметь некое значение. Надо посмотреть, это что было, какая-то каугулопатия или это была аутоиммунная история. Шейлен-Геноха – это такая история тоже непростая. Спасибо, Карина Михайловна. Спасибо. Ну, а теперь скорая помощь, да? Георгий Алексеевич. Обращаю внимание, ваш Карина Михайловна, что приехали они, как и мы уже с вами поняли, как раз по тому адресу, где он забаррикадировался и не отвечал на телефонные звонки. Прошу вас. Добрый день, уважаемый Леонид Михайлович, Алексей Иванович, коллеги. Разрешите предложить доклад. Только в микрофон, у меня единственная просьба. Не да. Оказание помощи бригадами пациенту Х, бригадами скорой помощи. Первый раз столкнулись с бригадой скорой помощи 22 февраля 2016 года в 12 часов 12 минут. На станции зарегистрирован вызов к пациенту Х с поводом АД парализовало под вопросом. Прибытие бригады на место оперативное через 10 минут. Больной жалоб не предъявлял из-за речевых расстройств. Со слов родственников был собран анамнез, что 22 числа с 12 часов, то есть буквально до вызова скорой помощи за несколько минут, больной резко перестал разговаривать, развилась слабость в правых конечностях. Ранее он подобных состояний не отмечал, страдал ИБС, постинфарктным кардиосклерозом, гипертонической болезнью третьей степенью, постоянной формы мерцательной аритмии. Принимал варфарин, тромбаз, конкор, престариум, дигоксин. Отмечалось при объективном осмотре пациента повышенное давление до 210 на 120. Была проведена электрокардиография, ритм неправильный, фибрилляция предсердий, отклонение влево, электрическая оси, ЧСС 75-80, гипертрофия левого желудочка, очаговых изменений не выявлено. Рубцовые изменения передней стенки левого желудочка и по сравнению с предыдущим ЭКГ, находившимся на квартире пациента 2014 года, без отрицательной динамики. В неврологическом статусе отмечалось сопорозное сознание, сопор,
по шкале Глазго 14 баллов, речь афазии, гемиплегия справа в 4 балла, гипостезия справа, сглаженность носогубной складки справа. Координаторные пробы не выполнял, менингеальные симптомы отрицательны. Проведена терапия в соответствии с действующим алгоритмом магнезия, сульфат внутривенно с положительным эффектом. Был установлен диагноз инсульт, неуточненный как кровоизлияние, и пациент эвакуирован в больницу номер 5. Ну, судя по тому, что вы рассказываете по клинике, локализацию инсульта уже примерно можно себе представить. Да. Так. В следующий раз уже мы столкнулись и непосредственно в больнице. Думаю, что в хронологическом порядке мы доложим. В хронологическом порядке расскажете. Да. Значит, больной был госпитализирован в 5-ю больницу. Да. Так, Шамиль Мухтарович, сами будете рассказывать? Я еще в голосе, Леонид Михайлович. Уважаемый Леонид Михайлович, уважаемый президиум, пациент был доставлен в нашу больницу бригадой скорой помощи 22 февраля в 13:20 с направительным диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения 22 февраля. Он был осмотрен неврологом в приемном отделении. Жалобы при поступлении, естественно, он уже самостоятельно не предъявлял из-за речевых нарушений. Анамнез болезни поэтому был собран со слов жены. Было установлено, что заболел он остро 22 февраля около 12:00, примерно за 1:20 до поступления. На фоне артериального давления до 200 на 100 появились нарушения речи, слабость, неловкость в правых конечностях, тошнота и рвота. Из анамнеза со слов супруги и выписки, которая была нам представлена из клинической больницы гражданской авиации, он находился там в апреле 2015 года, было известно, что пациент страдает ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом, он инфаркт миокарда перенес в 2013 году, постоянная форма фибрилляции предсердий. Было также со слов жены установлено, что варфарин он принимает всего лишь полтаблетки в день, но под контролем МНО. Гипертоническая болезнь третьей стадии, риск 4. Также со слов и из выписки было известно, что у больного гемодинамически значимый стеноз внутренней сонной артерии, справа 75%, и пациенту предлагалось оперативное лечение, от которого он по неизвестным нам причинам отказался. Также из этой выписки следовало, что у пациента в 2008 году имелся геморрагический васкулит с поражением почек и кожи, якобы была язвенно-некротическая форма. Ничего этого при поступлении в больницу, конечно, мы не видели. При поступлении состояние пациента тяжелое, если можно, я остановлюсь только на отрицательных моментах. Тоны сердца аритмичные, артериальное давление 180 и 100, частота сердечных сокращений 83. В неврологическом статусе оглушение, речь не понимает, инструкции не выполняет, асимметрия лица, сенсомоторная афазия, правосторонняя гемиплегия, сухожильные рефлексы с акцентом справа, патологические стопные знаки справа. В приемном отделении больницы были выполнены следующие исследования. Компьютерная томография головного мозга, при которой в правой затылочной доле определялся участок неоднородно пониженной плотности с неровными нечеткими контурами размером 25 на 11 миллиметров. Виктор, простите вас, вот вы так очень четко время. Итак, в 13:21, вот в 13:20 он поступил. 13:21 его посмотрел невролог. Да. Через сколько после поступления была сделана компьютерная томография? Ну, если вот мы сейчас посчитаем, сейчас я вернусь к этому. Так. В 13:21 посмотрели, значит, через 14 минут выполнили КТ головного мозга. Так, значит, таким образом, от момента ухудшение его состояния, я просто повторяю то, что вы нам показываете. Значит, он поступил через 1:20, да, плюс еще 15 минут, 1:35, когда уже диагноз становится очевидным, да, что геморрагического инсульта нет, что есть ишемический, да, инсульт. Так,
На вот компьютерной томографии были выявлены, значит, с нечеткими контурами понижение плотности вещества головного мозга. При рентгенографии органов грудной клетки застойные явления в легких, и как мы видим вот на представленном снимке, гипертрофия левых отделов сердца. Также было выполнено дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, при которых также, вот обращаю внимание, выявлен стеноз левой внутренней сонной артерии до 50%, а справа доходил он до 70-75%. Выполнена электрокардиограмма. На электрокардиограмме, плохо может быть видно, отмечается мерцательная аритмия, частота сердечных сокращений от 65 до 90, отклонение оси влево, гипертрофия левого желудочка, признаки нарушения внутрижелудочковой проходимости, рубцовые изменения перегородочной области и слабое нарастание зубца R в первом и втором отведениях. Данных за острый инфаркт миокарда на электрокардиограмме, выполненной в приемном покое, нет. Из анализов крови, которые были выполнены при поступлении пациента в больницу, а это общий анализ крови, биохимический анализ, коагулограмма и КСЧС, мне бы хотелось обратить внимание аудитории на МНО. Показатель 1,32, достаточно низкий уровень. То есть как будто бы варфарин это он практически не принимал. Да, вот складывается такое впечатление, хотя супруга убеждала, что все-таки полтаблетки в день он принимал. Пациент был госпитализирован на реанимационное отделение с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу в бассейне левой среднемозговой артерии на фоне артериальной гипертонии, гипертензии третьей стадии, риск 4. Тромболитическая терапия не была ему проведена, и об этом было отмечено в истории болезни, ввиду наличия противопоказаний. Основное, конечно, это то, что пациент все-таки длительно, пускай в каких-то дозировках, но принимал антикоагулянты. Это варфарин. Это уже при анализе протромбина 75 и МНО 1,3. Да. Вот МНО 1,3. То есть он их получал. И он, мы это расценили как противопоказание для тромболитической терапии. В отделении поэтому проводилось в нейрореанимационном отделении следующая терапия. Инфузионная, гипотензивная, получал пациент бета-блокаторы, антикоагулянтная и гастропротекторы. На фоне проводимого лечения в нейрореанимации по кардиомонитору в 6 часов утра было отмечено изменение показателей деятельности сердечной сосудистой системы, а именно отмечена тахикардия. На фоне тахикардии снижение артериального давления наблюдается подъем сегмента СТ. Выполнена электрокардиография, на которой на самом деле выявлено мерцание предсердий, увеличение числа желудочковых сокращений до 130 в минуту. Динамика отрицательная по ЭКГ получилась. ЭКГ признаки острого повреждения миокарда. Мы отметили передней септальной области, высоких отделов боковой стенки гипертрофированного левого желудочка. И обозначил я на нашем слайде элевацию сегмента СТ в некоторых отведениях, зубец QS, и снизилась амплитуда зубца R в четвертом и шестом отведениях. Также после этого для подтверждения нашего предположения был выполнен, естественно, тропониновый тест, потому что надо было все-таки как-то подкрепить свое мнение, и при его проведении уже уровень составлял 26,7. На консультацию был вызван дежурный терапевт из приемного покоя. И был заподозрен следующий диагноз – ишемическая болезнь сердца, острый инфаркт миокарда на основании вот этих полученных данных передней верхушечной области левого желудочка от 23 февраля. И рекомендована консультация выездной кардиологической бригады. Шамиль Мухтарович, да. А других биохимических показателей, кроме тропонинового теста, я имею в виду трансаминазы, креатинфосфокиназы, МВ-фракция,
Было что-то сделано? Мы, естественно, это выполнили, эти исследования, но они не были отклонены от общей нормы. АЛТ-12, АСТ-17, то есть как-то все более или менее в приличном виде. Миокардиальная фракция КФК? 76. И вызванная кардиологическая бригада выездная также провела ЭКГ-исследование уже самостоятельно. И был получен, конечно, рекомендация получена о переводе пациента в отделение отложенной кардиологии. Поэтому 23 февраля в 11:15 кардиологическая бригада перевела этого пациента в 70-ю больницу, ныне больницу имени Мухина, с диагнозом. Ишемическая болезнь сердца, острый инфаркт миокарда в передней верхушечной области левого желудочка от 23 февраля 2016 года, острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу в бассейне левой среднемозговой артерии и фон артериальной гипертензии третьей стадии риск 4. При переводе больницы имени Мухина состояние больного было тяжелое, стабильное, уровень сознания оглушение, сенсомоторная афазия, правосторонняя гемиплегия. Артериальное давление на момент эвакуации составило 115,82, частота сердечных сокращений 79. Дыхание было самостоятельным, адекватным. Доклад окончен, вся информация по этому больному. Понятно. Вопросы есть к главному врачу 5-й больницы? Всем все понятно. Так, 70-е, пожалуйста. Или скорая вначале у нас, да? Вы как перевозили его, да? Буквально 2 минуты. 5-я больница пригласила нашу выездную экстренную консультативную кардиологическую бригаду в отделение неврологической реанимации. С поводом УКС подъемом сегмента СТ. По прибытии, ну понятно, анамнез не буду повторять. На электрокардиограмме, представленной на слайде, кардиологи также отмечают фибрилляцию, ЧСС до 135, гипертрофия левого желудочка, патологический зубец Кухвы 1В4, подъем сегмента СТ до 3 мм ВВЛ, В1, В4 и рецепторные изменения во втором, третьем и АВФ. По неврологической симптоматике также было уже доложено, диагноз устанавливается ИБС острый инфаркт, кообразующий передний инфаркт миокарда и ишемический инсульт в бассейне левой средней мозговой артерии. Учитывая, что в 5-й больнице отсутствует кардиологическое отделение, было принято решение об эвакуации пациента в больницу, имеющую и неврологическое отделение, и кардиологическую реанимацию. Больной был доставлен в ГКБ имени Мухина. Доклад окончен. Спасибо. Пожалуйста, 70-е. Торопитесь. Это вы решили начать с этого? Там сказали, что поменяли. Поменяйте, пожалуйста, презентацию. Папка Хохлов. Глубоко уважаемый Леонид Михайлович, глубоко уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Продолжим последовательность оказания медицинской помощи пациенту Ха 76 лет, доставленным переводом из городской клинической больницы номер 5 с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ. Состояние при поступлении оценивалось как тяжелое, уровень сознания сопор, 10 баллов по шкале Глазго. Кожные покровы чистые, акарцианоз и цианоз не выявлены, периферических отеков нет, лимфатические узлы не увеличены. Тоны сердца аритмичные при аускультации за счет постоянной формы фибрилляции предсердий, частота около 140 ударов в минуту, патологические шумы при аускультации не выявлены, артериальное давление
160. Дыхание ритмичное, над всей поверхностью легких жесткое дыхание, проводится во все отделы, проводные двухсторонние хрипы, а также мелкопузырчатые хрипы над всей поверхностью легких. Обращал на себя внимание в неврологическом статусе глубокий или правосторонний гемипарез до плегии, сглаженность носогубной складки справа, отсутствовали менингиальные знаки. При поступлении были сразу же забраны анализы, общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, коагулограмма. Данные тропонина при поступлении составили более 32 нанограмм на миллилитр. При поступлении на ЭКГ отмечалась элевация сегмента СТ в отведениях В1-В4 до 3 мм, которых не было на ЭКГ при поступлении в городскую клиническую больницу номер 5, а также на представленной сопроводительной анамнестической ЭКГ от мая 2014 года, уже после перенесенного первого инфаркта миокарда, сохраненные зубцы R и отсутствие девиации сегмента СТ и зубца Т. Таким образом, на основании сопроводительных документов, ЭКГ в динамике, данных тропонинового теста, данных физикальных методов обследования, был поставлен предварительный диагноз. Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу в бассейне левой средней мозговой артерии от 22 февраля, инфаркт миокарда с элевацией сегмента СТ по передней боковой стенке левого желудочка от 23 февраля, острая сердечная недостаточность КИЛИП-3, постоянная форма фибрилляции предсердий, постинфарктный кардиосклероз от 2013 года, гипертоническая болезнь третьей стадии, высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. Было принято решение о проведении диагностической коронарографии, на котором выявлено диффузное изменение передней межжелудочковой артерии со стенозом до 80% средней трети кровотоком ТИМИ-2, диффузное изменение огибающей артерии с окклюзией в дистальной трети с кровотоком ТИМИ-0,1, а также диффузное изменение ветви тупого края с критическим стенозом 90% в устье с кровотоком, также ТИМИ-0,1. На первой ангиограмме представлен бассейн левой коронарной артерии. Огибающая ветвь в данном случае представлена крупной ветвью ВТК, уходящей на верхушку. Критический стеноз в устье. Покажите, пожалуйста, вот всем, чтобы видели, критический стеноз. Сейчас. Вот это правая коронарная. Понятно, так. Бассейн правой коронарной артерии без гемодинамически значимых стенозов. Оперирующим хирургом и ответственным реаниматологом на кардиологической реанимации было принято решение о восстановлении кровотока погибающей артерии и ветви тупого края. На данных видеофрагментах представлены этапы операции. Последовательно проведена баллонная ангиопластика с последующей имплантацией стентов на двух уровнях. На контрольной ангиограмме получен кровоток ТИМИ-3. Сразу после проведенного оперативного вмешательства на электрокардиограмме отмечается тенденция к снижению сегмента СТ. Зубцы R уже не визуализируются в динамике. Через сутки обращает на себя внимание эволюция в инфаркт-зависимых отведениях с формированием отрицательных зубцов Т и возвращение сегмента СТ к изолинии. За время наблюдения пациент неоднократно консультирован неврологом. Сразу же после оперативного вмешательства оценен неврологический статус пациента. Состояние пациента тяжелое, уровень сознания сопор. Положительный симптом Бабинского справа, положительный симптом Оппенгейма. Данных менингиальных знаков не было, анизокории также у пациента не было.
был выставлен диагноз острый повторный инфаркт головного мозга. От 22 февраля синдром левой среднемозговой артерии, сенсомоторная афазия, правосторонняя гемиплегия, последствия перенесенного ОНМК в бассейне правой среднемозговой артерии, отек головного мозга и дислокационный синдром. Было рекомендовано соответствующее лечение, повторная консультация невролога в динамике и проведение методов нейровизуализации только по состоянию стабилизации пациента. В лабораторных методах обследования обращает на себя внимание высокие цифры лейкоцитоза при нормальных уровнях тромбоцитов гемоглобина. В биохимическом анализе обращает на себя внимание высокие титры общей КФК 6,5 тысяч единиц и практически 700 единиц фракции МБ при таких же высоких уровнях общей ЛДГ 3600 единиц и трансаминаз АСТ в данном случае до 1100 единиц, коагулограмма в пределах нормы. После ухудшения состояния пациента и по общемозговой симптоматике и углубления сознания до комы пациент переведен на искусственную вентиляцию, контролировались данные кислотно-щелочного состояния. На данном слайде представлены данные. У пациента был компенсированный метаболический ацидоз. Однократно за время госпитализации поднималась температура до 39 градусов. На проведенной рентгенограмме грудной клетки данных за очаговую патологию не выявлено. Данную гипертермию связали с гипертермией центрального генеза за счет отека и дислокации структур головного мозга. На повторной консультации невролога диагностические соображения прежние, углубление общемозговой симптоматики уровня сознания до комы, появление симптома Бабинского с двух сторон, анизокории на момент повторной консультации не было, и менингиальные знаки также не выявлялись. Была скорректирована назначенная терапия, и повторные методы нейровизуализации также только по стабилизации состояния пациента. За время наблюдения в нашей клинике пациент получал антиагрегантную терапию, терапию статинами, гастропротекторная терапия, нейропротекторная терапия, симптоматическая терапия, пульсоуряжающая, антипиретическая, антибиотикотерапия, энтеральное питание, продленная искусственная вентиляция легких, санкционная бронхоскопия. Несмотря на проводимые лечебно-диагностические мероприятия, при нарастающих явлениях отека головного мозга и дислокации структур головного мозга в 23 часа 25 февраля наступила смерть пациента. Труп отправлен на секцию с диагнозом, два основных диагноза. Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу в бассейне левой среднемозговой артерии от 22 февраля. Повторный инфаркт миокарда передней боковой стенки левого желудочка с элевацией сегмента СТ от 23 февраля. Проведенная коронарография, баллонная ангиопластика и имплантация стентов на двух уровнях, постинфарктный кардиосклероз от 13 года и постоянная форма фибрилляции предсердий. На фоне гипертонической болезни третьей стадии высокого риска сердечно-сосудистых осложнений, в осложнении основного заболевания поставили острая сердечная сосудистая недостаточность ТИЛИП-3, кома, отек и дислокация структур головного мозга, полиорганная недостаточность, продленная искусственная вентиляция легких. В сопутствующих диагнозах острый диффузный бронхит и геморрагический васкулит по данным сопроводительных документов. Спасибо. У меня к вам такой вопрос. К вам, к Шамилю Мухтаровичу, к скорой помощи. Сколько времени прошло от момента диагностирования вами острого коронарного синдрома с подъемом СТ до баллона, то есть до начала коронарографии и вашего вмешательства? Все вместе. В данном случае в городской клинической больнице 5 данные в неврологической реанимации были заподозрены в 5.30, в 8.30 данные тропонина, и в 11 часов пациент доставлен в городскую клиническую больницу 70, где в течение 43 или 46 минут пациент... То есть 7 часов? Подан в операционную. Ну, разница 7 часов. Между началом острого коронарного синдрома с подъемом СТ и вашим вмешательством. Ну, 7 часов. Вы существенно расширяете терапевтическое окно.
для такого вот через кожной ангиопластики. Можно до 48 часов сейчас да, делать? Да, ну все-таки 7 часов. 48, да. Мы обычно думаем так, что в первые 2 часа это эффективно. Так, вы мне скажите тоже, вот кроме тропонина, значит, у вас были еще данные биохимические за инфаркт, да? У вас была МВ-фракция КФК? МВ-фракция составила 700 единиц, общая КФК 6500. Понятно. ЛДГ? ЛДГ 3600 единиц и АСТ 1100 единиц. Понятно. Теперь скажите, а ультразвуковое исследование вы не делали уже? Ультразвуковое исследование при поступлении в клинику не выполнялось по причине, пытались более ранние сроки подать пациента в операционно. Понятно. Хорошо. Есть вопросы к доктору? Если можно, да, Алексей Васильевич. Скажите, пожалуйста, вот, насколько я знаю, там было известно сразу и по выпискам, и от родственников, то, что докладывали, что больному делали коронарографию в МПЦК, было рекомендовано аортокоронашунтирование, да? Как вы предполагаете, что именно хотели шунтировать? Ну, в данном случае, с учетом данных сопроводительных документов, с учетом хронической окклюзии огибающей ветви тупого края, по всей вероятности, планировалось протезирование именно этого сегмента, хотя... Спасибо, я согласна с вами в этом вопросе. Второй вопрос. Какие данные за острую сердечную недостаточность третьей степени? Откуда вдруг взялась сердечная недостаточность? Гемодинамика на протяжении всего времени была стабильна. В диагнозе появляется вдруг? В данном случае при поступлении пациента отмечалось множество влажных рипов над всей поверхностью легких, поэтому врачами реанимации заподозрена клиника острой сердечной недостаточности КИЛИП-3. Кроме этого, боялись развития кардиогенного шока, что и послужило поводом для решения вопроса о проведении диагностической коронарографии. Нет, у вас диагноз звучит, нигде в истории болезни там нет данных за сердечную недостаточность, а вдруг по смертным диагнозе звучит острая сердечная недостаточность КИЛИП-3. Когда реально вы считаете, это возникло? При поступлении в предварительном диагнозе был выставлен... Давление все время сохранялось нормальным? Давление после проведенного оперативного вмешательства действительно имело тенденцию к повышению, хотя исходно 100 на 60 и тахикардия. Ну, никаких катеколаминов не было? Нет. Да? Спасибо. Если вопросов больше нет, спасибо большое. Тогда мы заслушаем морфолога, да? Уважаемый Леонид Михайлович, уважаемые члены президиума, уважаемые коллеги, при патологоанатомическом исследовании был выявлен обширный инфаркт левого полушария головного мозга. Размерами 17x7x5 сантиметров, занимающий лобную, височную, теменную и затылочную доли, а также подкорковые ядра. Артерии головного мозга на площади 75% сужены атеросклеротическими бляшками на 75-90% просвета. Инфаркт мозга с геморрагическим компонентом в виде точечных, местами сливающихся кровоизлияний по периферии инфаркта. Выявлены выраженные признаки отека, дислокации головного мозга, склонением миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие. Выявленные макроскопические находки подтверждены при микроскопическом исследовании. Сердце массой 665 грамм. В передней стенке левого желудочка постинфарктный рубец размерами 9 на 4 сантиметра распространяется на всю толщу миокарда. В задней стенке левого желудочка постинфарктный рубец размерами 5,5 на 3 сантиметра в субэндокардиальном и интрамуральном отделах занимает 2/3 толщи миокарда. Вокруг постинфарктных рубцов выявлены очаговые сливающиеся темно-красные кровоизлияния шириной до 1,5 сантиметра, более выраженные в передней стенке левого желудочка.
Венечные артерии на площади от 80 до 90% в различных отделах сужены атеросклеротическими бляшками каменистой плотности на 60-90%. Выгибающие ветви левой венечной артерии сетчатый стент без признаков тромбоза. При микроскопическом исследовании миокарда вокруг сформированной рубцовой ткани выявлены очагово-сливные кровоизлияния, полнокровие сосудов с феноменом краевого стояния лейкоцитов с выходом единичных клеток в строму и мелкоочаговые участки некроза кардиомиоцитов. По остальным органам очаговый отек легких, умеренное полнокровие печени и нефросклероз при исследовании почек. На основании результатов патологоанатомического исследования сформулирован следующий патологоанатомический диагноз: основное заболевание – ишемический инфаркт головного мозга с геморрагическим компонентом на фоне гипертонической болезни, смертельное осложнение основного заболевания – отек головного мозга. Спасибо за внимание. Можно ли это истолковать, что вы не ставите свежий инфаркт миокарда? Вы считаете, что он был предотвращен своевременной ангиопластикой? Мы считаем, что здесь два варианта развития событий. Если считать, что инфаркт миокарда был при поступлении в нашу клинику до момента стентирования, то получается, что инфаркт миокарда вылечен, что невозможно, поскольку инфаркт – это некроз, и его исход – это рубцевание, поэтому этого мы не нашли. Очаги некроза, которые мы выявили при микроскопическом исследовании, это очаги, мелкие очаги некроза кардиомиоцитов. Расценивать их как инфаркт мы тоже не можем. То есть это не является инфарктом миокарда. То есть мы с вами, получается, не находим в сердце субстрата для тех биохимических изменений, которые мы регистрировали в анализах. Понимаете, для вот вы рассказали о сердце, и в сердце мы не находим субстрата ни для КФК, ни для АСТ, ни для тропонина. То есть субстратом этих биохимических изменений не являлся миокард, потому что вы нам рассказали. Вы согласны со мной? Ну, возможно, в минимальном проценте за счет вот этих мелких очагов некроза, да. Понятно. Больше нет. Ясно, спасибо большое. У вас вопросы, да, Елена Юрьевна, вопрос. Насколько я видела протокол, там были кровоизлияния в других местах, в частности, субплеврально, по вскрытию. Подлегочной плеврой кровоизлияние. А? Подлегочной плеврой кровоизлияние. Да, да, в частности. То есть это не единственное кровоизлияние вокруг зоны рубца, да? Ну, спасибо. Пожалуйста, Николай. Если позволите, такой вопрос в отношении геморрагического компонента, вот, который был на макропрепарате головного мозга. Это эпитохиальные кровоизлияния не только по периферии, по коре были или в области подкорковых узлов, судя по фотографии, это так и было? Фотография, к сожалению, не передает истинной картины. То, что видно на фотографии, это сосудистое сплетение желудочка такое, полнокровное. Кровоизлияния были точечные по периферии инфаркта и вторичные точечные кровоизлияния, обусловленные отеком дислокации, как обычно бывает в коре мозга при придавливании к серпу мозга, при с давлением краями большого затылочного отверстия медального мозжечка. Это все мы видели, да? Только точечные. Не было участков пропитывания, очагов, кровоизлияния не было. Это были точечные кровоизлияния, местами сливающиеся. Вопросы к патологоанатому? Спасибо большое. Олег Олегович, мы изменим традиции, мы вам хотим дать слово. Чтобы вы посмотрели и подтвердили или не подтвердили мнение коллег ваших. Глубокоуважаемый Леонид Михайлович, Алексей Иванович, президиум и коллеги. Как мы видим, немножко повторюсь, на секции был обнаружен, собственно говоря, субтотальный инфаркт головного мозга, занимающий левое полушарие. Да, отмечались где-то тут небольшие геморрагические включения.
А при изучении, по крайней мере, макроскопической картины, у нас вызвало крайнее подозрение вот эти участки, которые макроскопически крайне походили на некротические изменения. Гистологически, из того материала, который был предоставлен для рассмотрения на рецензию, ну, кровоизлияние, мелкие очаги, действительно, впечатления некротические. Но мы продолжили. Так, минуту. Так, это что-то не то презентация у меня стоит. Там нет еще одной? Олег Олегович, фамилия ваша. Ну, фамилия, да. Но там второй был изменен на презентации. Ну, ладно, не важно. Все ясно. Специально докрасили мы спецметодом, привлекая Институт Клевасовского, где большой опыт определения повреждений. Покрасили окраска поли, где были обнаружены обширные участки фуксинофильного прокрашивания, свидетельствующие о ишемическом повреждении, некрозе сердца в пределах сроком сутки-полутора суток. В связи с этим эти участки следует трактовать как некроз, можно рассматривать как инфаркт четвертого типа, но по срокам развившийся уже после оперативного вмешательства. Поэтому основной диагноз, безусловно, основная причина смерти – это обширный ишемический инфаркт головного мозга, а сопутствующий постинфарктный кардиосклероз, ангиопластика, оперативное вмешательство и инфаркт четвертого типа, миокарда, досуточный. Роль его, конечно, основная причина, я говорю, инфаркт мозга, а вот роль этого участка в некрозе, в танцогенезе, в общем, по структурным изменениям мы никак не можем трактовать, но я думаю, скорее всего, это прерогатива уже рецензентов по клинике, наверное, это можно оценить, играла ли эта роль в механизмах смерти, или это был, так сказать, фактором независимым. Но, безусловно, при таком обширном поражении головного мозга, в общем, все остальное. Понятно, что мы собрались-то не для этого. Нам надо четко понять вот те изменения. Во-первых, нам совершенно четко понятно, что тропонин повышался, причем значительно повышался, до чрезкожного вмешательства, до коронарографии, до ангиопластики. Вот изменение других биохимических компонентов, я имею в виду, о чем постоянно говорю, КФК, ЛДГ, АСТ, это было до ангиопластики или после? Я хотел спросить у доктора, это было до или после? Там было и до, но все дело в том, что, в общем, фермент такая лебильная субстанция, что может реагировать. Олег Олегович, ну вы же понимаете, у нас все бывает. Вот эти анализы, которые вы нам показали, 6 тысяч до проведения. Спасибо большое. Спасибо. Вопросы есть, коллега Олегович? Так, Николай Анатольевич. Николай Анатольевич, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии 2-го мединститута имени Пирогова. Глубоко уважаемый Леонид Михайлович, глубоко уважаемый Алексей Иванович, глубоко уважаемые коллеги, позвольте не повторять те данные, которые были уже приведены в предыдущих докладах, и начать, собственно, с момента госпитализации в городскую клиническую больницу номер 5. При поступлении, поступал, госпитализировался больной через общий приемный покой,
При поступлении неврологом не была выполнена оценка функции глотания, нутритивного статуса и оценка неврологического статуса по шкале НИХ, что предписано порядком оказания помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения. При КТ-исследовании, которое было выполнено через 15 минут от момента поступления, выявлен хронические изменения в правом полушарии головного мозга в зоне, так называемой задней зоне смежного кровоснабжения между бассейном средней и задней мозговой артерией. Причина подобных изменений, собственно, ну, возможны два варианта таких развитий таких кистозных глиозных в этой зоне. Это либо гемодинамические какие-то изменения за счет того, что у пациента был гемодинамически значимый стеноз правой внутренней сонной артерии, или же, соответственно, какие-то эмболические эпизоды в артерии, которые кровоснабжают правое полушарие, на что тоже пациент имел право, поскольку у него была и бляшка в этой сонной артерии внутренней, которая могла быть потенциально эмбологенной, и пациент страдал фибрилляцией предсердий. При дуплексном исследовании стенозы были подтверждены, что и ранее выявлялось на амбулаторном этапе, соответственно. Также было выполнено во время нахождения в приемном отделении рентгенография органов грудной клетки. При поступлении в отделение реанимации назначен гепарин в дозе 5000 единиц 4 раза в сутки, соответственно. И ну, дальнейшая история пациента уже докладывалась. Собственно, в городской больнице номер 70, на что хотелось бы обратить внимание, то, что у больного после чрезкожного коронарного вмешательства был назначен тикагрелор, который не имеет показания в своей инструкции, ишемический инсульт, соответственно. И состояние пациента продолжало ухудшаться, был переведен 25 февраля на искусственную вентиляцию легких, уже сразу на режим принудительной вентиляции, и в 23.00 была констатирована смерть. Патологоанатомическое заключение также мы с вами уже видели. Собственно, к сожалению, в той документации, которая была доступна, степень геморрагического компонента ясна не была. Но, в принципе, подобные геморрагические осложнения при инфаркте головного мозга, они принципиально могут быть двух типов. Либо по типу пропитывания, это, собственно, рентгенологическая классификация, но она и клиницистами тоже во всем мире широко очень используется, так называемый геморрагический инфаркт, или такие гематомы паренхематозные, которые не являются стадиями одного и того же процесса, собственно, разные несколько по патогенезу состояний, самое главное по прогнозу. Если весьма часто вот такие геморрагические инфаркты протекают асимптомно, то, конечно, гематомы, подобные, которые приводят к существенному повышению внутричерепного давления, являются факторами ухудшения, зачастую причинами летального исхода. Но, как мы видели, у пациента были небольшие такие петехиальные кровоизлияния по периферии, собственно, инфаркта головного мозга. Таким образом, в заключение хотелось бы отметить, что при госпитализации в первый стационар не был выполнен ряд определенных процедур, и мы здесь не можем достоверно судить с точки зрения клинической картины, с точки зрения тяжести больного, мог или не мог проводиться системный тромболизис данному пациенту, поскольку не проводилась оценка по шкале NIH, а оценка клиническая по этой шкале является ну, одним из ключевых факторов в определении, ключевых моментов в определении показаний и противопоказаний к тромболизису. Собственно, вот в самом первом докладе отмечалось, что факт приема варфарина является противопоказанием тромболитической терапии. Это не совсем верно. Факт приема варфарина – это просто, так сказать, ну, определенный настораживающий признак. Для нас здесь большое значение имеет уровень МНО. По нашим российским рекомендациям уровень МНО должен быть не выше 1,3 на момент поступления, если больной получает варфарин. Ну, в данном случае формально 1,32, соответственно, варфарин был, поэтому, наверное, да, тромболизис и не имело смысла делать. Об этом есть и запись в истории болезни. Что касается данных, которые представлены из второго стационара, из 70-й, больница, соответственно, по препарату тикагрелора уже говорилось.
формально, так сказать, поскольку у больного было два диагноза, и инсульт, и инфаркт миокарда, но здесь вопрос дискутабельный, все-таки нет показания у этого препарата. В этот момент инфаркта еще не было, был только инсульт пока. У этого препарата нет показаний. В инструкции исследование Сократ, которое сейчас еще не завершилось, результаты вот должны в ближайшем будущем быть опубликованы, при ишемическом инсульте уже достоверно нам покажет, эффективен этот препарат у больных с ишемическим инсультом или неэффективен. Пока, собственно, вот так. И что еще можно отметить? Применение 5% глюкозы там, для разведения определенных препаратов тоже для пациентов с ишемическим инсультом. Глюкоза в условиях норма, а тем более гипергликемии, как мы видели, были эпизоды, не показана в рутинном таком применении, поскольку... Чем выше уровень гликемии, тем хуже риск, выше риск для пациентов для таких с инсультом в отношении и осложнений, как то и та же геморрагическая трансформация и летального исхода соответственно. Ну и имея уже вот сейчас в настоящее время данные выраженности такого геморрагического компонента, конечно, наверное, можно предположить, что вряд ли данный компонент имел какое-то существенное значение, так сказать, в развитии дислокационного синдрома, безусловно, который был обусловлен объемом очага поражения мозга, как мы видели, там практически субтотальное поражение, но ситуация, к сожалению, такая фатальная для пациента. Если говорить о том, что могло бы, наверное, такому пациенту помочь с учетом определенных противопоказаний к медикаментозному тромболизису, то, пожалуй, только эндоваскулярное вмешательство и тромбоэкстракция с применением стент-ретриверов, которые сейчас вот буквально последние месяцы данной методики получили уровень доказательности 1А во всем мире. Уже изменены все абсолютно ведущие мировые рекомендации на сей счет и признано, что это сейчас является одним из самых эффективных видов лечения, эндоваскулярное лечение такое у пациентов с ишемическим инсультом. Спасибо. Николай Анатольевич, значит, мы можем все-таки сказать, и это для нас сейчас важно, что в данном конкретном случае системный тромболизис был не показан. Да, совершенно верно. И значения МНО были, так сказать, превышали формальные границы по степени тяжести клинической, которая тоже оценивается, является одним из противопоказаний, мы судить не можем, поскольку не выполнялась оценка по шкале NIH. А вот если говорить сугубо с позиции лабораторных противопоказаний, да, то тромболиз был противопоказан. То есть при превышении 1,3 мы можем говорить о том, что тромболизис уже не показан. Да, это очень важно. Для нас крайне важно, что в данном случае, ну, судя по той картинке, которую мы с вами видели на компьютерной томограмме, и особенно уже после секции, понятно, что вряд ли мы могли бы ему помочь, этому пациенту. Поражение головного мозга было настолько серьезным и тяжелым, что бы мы ни делали, мы вряд ли могли этому пациента спасти. Но мы должны с вами обсудить чрезвычайно важные, если угодно, академические вещи. Потому что мы говорим о том, что нам надо наращивать борьбу с инсультами, прежде всего с ишемическими инсультами. И здесь у нас были как раз все те возможности, о которых часто мы можем только мечтать. Время, которое прошло с момента инсульта до момента его поступления в пятую больницу. Казалось бы, быстро сделали компьютерную томографию, отдифференцировали геморраж от ишемии. И вот момент, когда можно было бы сделать тромболизис при условии, если бы он при этом не получал варфарин даже в тех минимальных дозах, о которых нам говорил Шамиль Мухтарович, и МНО у него формально вышло за пределы 1,3. Но в остальных случаях, если бы этого не было, то это тот идеальный случай, которого нам очень редко удается достичь, потому что, как правило, скорую вызывают спустя сутки после того, как у человека уже паралич наступил, а он все думает, что он ногу с рукой отлежал. И в тот момент, когда уже, к сожалению, сделать ничего нельзя. Здесь другое обстоятельство, которое не позволило нам провести системный тромболизис. Спасибо, Николай Анатольевич. Елена Юрьевна, вам слово и дальше вопросы к вам.
Уважаемые коллеги, уважаемый Леонид Михайлович, Алексей Иванович, президиум, коллеги. Мне кажется, этот случай интересен тем, что вот в нем... Медленно пониже микрофон, чтобы нас слышали, да. Мне кажется, этот случай интересен тем, что в нем собралось вот несколько таких типичных, ну, каких-то шагов, которые хотелось бы обсудить, которые часто встречаются. Начнем с поликлиники. Контроль МНО. Вот действительно, очень часто мы видим такие действия. Больной принимает варфарин 2,5 миллиграмма, приходит на прием к врачу. МНО 11 числа 1,46. Что такое 1,46? Необходимый уровень от 2 до 3. И вот здесь так прозвучало трогательно слова врача. Я думала, что он не будет контролировать, поэтому я ему дала одну таблеточку. Ну, это такая вот типичная ошибка. Если ты думаешь, что что больной не будет контролировать, давайте скажем прямо. Мы не контролируем. Больной non-compliance, он нас не слушает. Почему это так важно? Если мы даем варфарин, мы снижаем риск инсультов в 5 раз, не до нуля. Но если мы даем не вообще варфарин, а если мы даем его так, что МНО от 2 до 3, тогда риск инсультов в 5 раз уменьшается. Если мы даем варфарин чуть-чуть, то мы ничего не достигаем в смысле профилактики инсульта, даже если известно, что если он 1,95, то уже риск инсульта не снижается. МНО должно быть 2 с хвостиком. А что здесь получилось? Смотрите, я верю, что больной принимал. Он как раз и мог принимать эти, как полтаблетки в конце прозвучало, да? И он получил свое злополучное МНО 1,32. По европейским и российским рекомендациям нельзя иметь больше 1,3. По американским, к слову говоря, 1,7, да? Что, в общем, мы иногда пользуемся. Так, вот. Но обидно, потому что не получая он эти полтаблетки, у него бы не было 1,32, и он, может быть, получил бы вовремя тромболизис, и, может быть, это повлияло. Вот мы же не знаем размеры того инсульта, который потом развелись. Да, мы действительно нет нормальной оценки. Может быть, эти размеры возникли уже позже за счет развития просто самого процесса. Поэтому вот это вот, казалось бы, вот эта осторожность чуть-чуть вот дать немножечко варфарина. Давайте так не делать, это очень важно. Вот именно это могло вообще по сути сказаться на судьбе больного, потому что профилактика инсульта, в общем, это основное. Теперь следующее, а был ли мальчик, был ли инфаркт вообще? Давайте посмотрим, у больного были рубцовые изменения, как мы знаем, передней стенки левого желудочка после инфаркта в 2012 году. Кроме того, у больного, как мы знаем, была гипертония, как мы знаем уже данные секции, у него была очень большая гипертрофия миокарда. Вот эти все факты могут сказываться на электрокардиограмме. Мы видим действительно, как мы иногда жаргонно кардиологи говорят, такая гуляющая электрокардиограмма. С V1, V3 мы имеем здесь подъем ST, вот мы видим поликлиники. При поступлении в первую больницу, в пятую, эти подъемы даже меньше, чем на поликлинической кардиограмме. А потом при переводе уже дальше они вроде бы побольше. Что это такое? Это может быть вообще такая флюктуация при старом инфаркте, тем более там передний-задний инфаркт был раньше. Такое бывает при передне-заднем инфаркте. Но, может быть, как бы я расценила эту электрокардиограмму? Ну, не знаю. Я бы сказала, ну, может быть, здесь что-то есть, я точно не знаю. Во всяком случае, уверенности по этой кардиограмме, что что-то произошло, точно нет. Тем более, что если мы вспомним один факт, что у больного инсульт. А при инсульте, как мы знаем, электрокардиограмма очень часто меняется. Давайте посмотрим данные. Те или иные изменения электрокардиограммы при инсультах наблюдаются в 90% случаев. Классический такой подъем инфаркта подобный, абсолютно похожий на огромный инфаркт.
наблюдается не так часто, где-то 5-6%, 7% случаев. Но если у больного был уже инфаркт, то это немножко меняет тоже ситуацию. Теперь ферменты. Ферменты, тропонин, трансаминазы, МБКФК. Я помню, как мы радовались, когда из трансаминаз потом появилась МБКФК. И мы считали, вот появились специфические изменения, потому что трансаминазы не специфические. Потом, о радость, появился тропонин. Специфический тропонин, мы теперь будем точно знать, когда у нас инфаркт у пациента. Оказалось, к сожалению, что и то, и другое, и третье безумно неспецифично. Так, например, вот эта статистика 2013 года. При экстренном поступлении больного в клинику в 66% случаев положительный тропонин не связан с инфарктом. Что уж говорить об остальных показателях. То есть это не специфическая история. И только в 20% он связан с инфарктом первого типа и в 9% с инфарктом второго типа. То есть нельзя опираться ни в коем случае даже на тропонин. Причин повышения тропонина. Здесь далеко не полный перечень причин повышения тропонина. Но вот что касается нашего пациента. У него было две причины для повышения тропонина. Почечная недостаточность, даже небольшая почечная недостаточность, как в данном случае, может приводить к повышению тропонина. И, конечно, острые неврологические заболевания, особенно инсульт, могут приводить как к повышению КФК, МБКФК и тропонина. Итак, у нас сомнительные изменения электрокардиограммы, и у нас абсолютно ничего не говорящие нам, никакой информации не несущие изменения тропонина, поскольку у больного огромный инсульт и почечная недостаточность. Бывают ли повреждения реальной миокарда при инсульте? Да, это давно известно, еще вот 69-го года работы, что в 8% случаев бывают некротические повреждения миокарда просто при инсульте. Пытаются найти специфические изменения, так называемой контрактильные некрозы, похожие на некрозы при синдроме Такотсуба. Ну, это уже скорее предмет исследования, но сам факт, что бывают такие подобные изменения, те или иные некрозы при инсульте, это вещь известная. На основании чего мы ставим диагноз инфаркта? Вот на основании вот этого консенсуса общепринятого, при котором нельзя опираться только на тропонин. Мы должны опираться на сочетание хотя бы нескольких показателей тропонина и симптомов ишемии. В данном случае у больной в коме мы не имеем никаких симптомов болей. Доказанные ЭКГ признаки новой ишемии мы здесь не имеем это. И визуализация иногда нам может помочь новые зоны, но в данном случае мы эхо не имели. Таким образом, у нас нет данных за инфаркт миокарда. Могли ли врачи заподозрить? Ну, могли, конечно. Всегда мы должны думать, а может быть, да, исключить 100% тоже нельзя. Но давайте подумаем вот о чем. Больной находится с тяжелым инсультом, в тяжелейшем сопоре, коме. Насколько нам важен этот факт, есть ли у него инфаркт или нет? Для чего нам надо знать, есть ли у него инфаркт или нет? Нам нужно знать для того, чтобы он не умер от инфаркта. Вероятность, к сожалению, ему умереть от инсульта огромная. А вот академический интерес, что происходит в его миокарде, он, конечно, важен для нашей конференции, но для жизни не очень. И для больного, тем более нашего, совсем не важен. Мы создали современную инфарктную сеть. Это замечательно. Но давайте не доходить до безумия. Это же не значит, что надо любого больного с подозрением на некрозы хватать и оперировать. Не надо в другую крайность. В каком случае у такого тяжелого больного в коме нужно делать вмешательство, если он может умереть от инфаркта? Может ли такое быть? Да, может. Но, например, недавно мы оперировали больного с идущим желудочно-кишечным кровотечением.
хотя он мог умереть от кручения, кручение было приостановлено, но у него случился огромный стволовой инфаркт. И шок, кардиогенный шок, и он умирал от шока. Пришлось пойти на операцию, стенты не ставили, немножко приоткрыли просто даже просто баллончиком кровоток. Но данный больной уж точно не умер. Вопрос, есть инфаркт или нет? Вопрос. Ну, вначале. Ну, что он точно не умирал от инфаркта. Это вот факт, потому что у него была стабильная гемодинамика. Итак, ну, я вполне понимаю врачей пятой больницы, нет неотложной кардиологии, они беспокоятся, не знают, что делать дальше. Понимаю скорую, которая вот действительно, что будет дальше с больным? Окей, переводит его в специализированный центр. Но дальше-то? Почему же не остановиться, не посмотреть на всю эту ситуацию, да? Давление стабильное, катехоламинов нет. Ну, хоть сделайте эхо, если вы так волнуетесь, посмотрите, может, там фракция 10. Но, судя по всему, фракция выброса у больного и раньше была нормальной, и не должно было ничего произойти. Что происходит дальше? Ну, вот кардиограмма еще дальше, уже в 70-й больнице. Мы видим те же флуктуации, ну, в общем, что и были раньше. Что делают доктора? Доктора дают двойную дезагрегантную терапию, считая, что у него инфаркт, и что он якобы умирает от инфаркта. Ну, при этом дается самый сильный дезагрегант – Брилинта. Брилинта на сегодняшний день, те осложнения от Брилинта, которые есть и которые описаны в исследовании Плата, которые общеприняты, это прежде всего геморрагические кровоизлияния в мозг. Исследование Сократ, конечно, сейчас проведено и приостановлено досрочно все-таки, да? Но в исследовании Сократ, когда пытались давать Брилинту при инсульте, брали больных совсем легкими инсультами, совсем не с теми, даже близко не лежащими к нашему случаю. Так? Поэтому, конечно, ну я могу сказать в нашей практике, ну никогда больному с даже инсультом давно в анамнезе я бы не дала Брилинту. Ну зачем? Риск в трансформации очень велик, геморрагической, просто по ситуации дыма. Тем не менее, вот это дается. Дальше доктора идут на... Да, вот еще один момент. Вот это уже просто ситуация. Посмотрите, больной у нас в коме. Делается премедикация, морфий. Ну это какая-то история за гранью просто всего. Вообще премедикация при ангиопластике не нужна. Иногда мы там немножечко вводим, когда радиальным доступом болит рука, но как-то надо немножко обезболить, успокоить. При ангиопластике мы разговариваем с больными, они должны быть в контакте, это хорошо. В коме делается премедикация морфия, ну просто без комментариев. Ну и, наконец, делается коронарография. Ну, итак, я считаю, что мы все имеем право на ошибку. Я считаю, что докторы ошиблись и зря пошли вообще на коронарографию. Ну, пошли. Давайте теперь посмотрим, какая ситуация. Итак, у больного в анамнезе была уже коронарография. И ему рекомендовали проведение аортокоронарного шунтирования. У него, то есть раньше было что-то, где была хроническая окклюзия, как мы слышали, да, огибающая артерия, которую хотели шунтировать. То есть если что-то произошло, должно произойти что-то новое, не то, что было уже раньше, а что-то новое. Что же мы видим? В правой коронарной артерии, как справедливо говорилось, практически, ну, есть небольшие бляшки, но никаких значимых стенозов нет. Что мы видим в левой коронарной артерии? Мы видим, что вот идет огибающая артерия, отходящая ветвь тукового края, но она, так сказать, имеет необычную, не совсем стандартную для этой ветви длину, и она уходит как бы близко к верхушке на заднюю стенку. И здесь имеется окклюзия. Это ровно та самая окклюзия, это очевидно, которая была раньше, когда делали в НПЦ коронарографию этому больному. То есть ничего нового здесь не произошло, и кровоснабжение идет с задней стенки. Подозревают доктора инфаркт передней стенки. Передняя стенка снабжается передними желудочковой артерией.
И здесь мы не видим никаких значимых изменений. Ну вот на этом месте-то остановились бы, ну чего же. Ну вот сделали, вот вы думали инфаркт, коронарография показывает, что нет изменений в этой зоне. Окей, ну все, ну нормально, ну сделали коронарографию. Кроме того, мы видим доказательства еще того, что это хронические изменения. Мы видим здесь коллатераль. Коллатераль, который вот свидетельствует о том, что это хроническая окклюзия, что эта коллатераль идет из передней межжелудочковой ветви вот как раз в сторону ветви тупого края. То есть это давно-давно закрытый сосуд. Ну, надо было уйти, конечно. В этот момент хоть надо было уйти уже. Чего делают доктора? Начинают открывать хроническую окклюзию. Ну, самое время. Безразлична ли ангиопластика? Ну, нет, конечно. Почему мы так настаиваем делать ее при инфаркте? Потому что при инфаркте выигрыш от этой процедуры гораздо больше, чем от нее вреда. Это все-таки вмешательство. В острой ситуации все-таки до последнего времени ограничиваются вмешательством только на инфаркт связанной артерии. Сейчас разрешили немножко шире. Почему? Ну, потому что тоже травма, зачем идти на другие артерии, там другой кровоток, там мы можем ухудшить даже кровоток в других артериях. Ну, собственно, что-то такое, видимо, здесь и происходит. Там мы видим с самого начала замедленный кровоток по передней межжелудочковой артерии. Нельзя исключить тут небольшую эмболизацию, может быть, с инструмента в верхушку. Ну, это нормально, понимаете, те или иные некрозики происходят при ангиопластике. Ведь считается, что инфаркт четвертого типа, о котором говорил Олег Олегович, он ставится в том случае, если до и после пластики тропонин повысился более чем в 5 раз. Здесь мы не можем это утверждать. Какие-то некрозы всегда есть. А вот тут кардиограмма действительно поменялась, посмотрите. После ангиопластики произошли изменения, появились отрицательные Т. Может быть, какие-то пошли действительно некрозы. Но это все не имеет никакого значения для жизни судьбы больного и для гемодинамики. Это скорее академические такие вопросы. Итак, на амбулаторном этапе не было проведено подбора адекватной терапии варфарином. Диагноз острого инфаркта ГКБ имени Мухина не был верифицирован. Проводившаяся антиагрегантная терапия могла способствовать геморрагической трансформации, но я думаю, что вот то, что там вот эти множественные кровоизлияния в разных местах и субплевральные, это как раз, скорее всего, следствие вот Брилинды. Ну и с учетом клинической картины и решающей доли острого инсульта в прогнозе больного, проведение ангиопластики было нецелесообразно. В любом случае, стентирование хронической окклюзии ветви огибающей артерии было неоправдано. Спасибо за внимание. Вопросы есть к Елене Юрьевне? Есть вопрос, Леонид Михайлович. Да, пожалуйста, Леонид Михайлович, конечно. Елена Юрьевна, мы с вами создаем систему профилактики инсульта в Москве. Угу. Говорим о необходимости создания кабинетов профилактики инсульта. Здесь в аудитории все главные врачи поликлиник. Для понимания масштаба задачи, вот этот пациент, он с какой периодичностью должен являться был в поликлинику для того, чтобы держать вот эти самые два с хвостиком? И какова весьма приблизительная популяция москвичей, которые имеют риск развития инсульта? Спасибо, Алексей Иванович, большое за этот вопрос. Понимаете, что касается, ну, здесь все мы взрослые врачи, контактов с больным, очень многих больных удается уговорить, если им объяснить, что действительно риск инсульта снижается в 5 раз. Ходить поначалу до подбора нужно до тех пор, пока, иногда каждый день, до тех пор, пока не достигнем целевого МНО. В этой связи, вот если позволить... Не только целевого, но и стабильно целевого. Да, 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 да. После этого, как достигли целевого, проверяется сначала через 3 дня, потом раз в неделю, когда мы видим, что это стабильно, то, в принципе, можно уйти или на раз в 2 недели, или раз в месяц. В идеале раз в месяц, если мы видим, что уже все стабильно. При условии, что больной соблюдает диету, есть одинаковое количество зелени, есть контакт, то можно раз в месяц, тогда нормально.
Очень хорошо бы, чтобы начали сейчас подбирать уже в больницах, когда выписывают. Тогда мы, если начнем, ну, может быть, это мы в перспективе, начнем подбирать в больнице, тогда меньше будут затраты и нагрузка на поликлиники, вот эти первые дни, самые тяжелые. По второй части, по нашим таким предварительным подсчетам, где-то 500 тысяч больных с мерцательной аритмией гуляют неопознанными по Москве. Ну, не все из них, конечно, я думаю, что где-то человек 300 тысяч нуждаются как минимум в антикоагулянтной терапии. То есть мы 300 тысяч умножаем примерно в год на там, 30 посещений или 20? Ну, это мы же их не сразу найдем, Алексей Иванович. Это будет все постепенно. Ну, после министра уже никто задавать вопросы не будет, конечно, понятное дело. Спасибо, Елена Юрьевна. Спасибо. Давайте мы этот случай закончим, потому что, ну, все, в общем, не так однозначно. И хотелось бы, чтобы мы вот сделали какие-то правильные выводы из того, что мы сегодня услышали, понимая, что в общем при таком инсульте, скорее всего, мы никак бы не повлияли на прогноз этого пациента. Итак, первое. Часто ли возникают кардиальные осложнения у больных инсультами? И наоборот, церебральные расстройства у больных с инфарктом миокарда. Я вот все время путаюсь, но мне кажется, я все-таки запомнил, Елена Олеговна, синдром Боголепова, правильно? Боголепова, правильно я помню? Кардиоцеребральный синдром, описанный давным-давно в России, когда задолго до нас, задолго до тропонина и ангиопластики, наши коллеги-соотечественники уже фиксировали, что у больных с инсультами часто бывают инфарктоподобные кривые на электрокардиограмме, и у больных с инфарктами довольно часто возникают неврологические расстройства, которые иногда ошибочно, еще не было никакой компьютерной томографии, которые иногда ошибочно принимают за инсульты. Вот эта взаимосвязь, она была задолго до нас с вами описана и, в общем, зарегистрирована. Поэтому вещи это нередкие. И в тех больницах, где есть и инфарктное отделение, и неврологическое инсультное отделение, то есть в наших региональных сосудистых центрах, где сегодня можно встретить и таких больных, совершенно ясно, что вот эти взаимоотношения между церебральными и кардиальными показателями, их изменениями, они фиксируются. Здесь надо быть крайне аккуратными. Второе очень важное, что мы должны с сегодняшнего дня вынести, что если бы не вот эта история с варфарином и с МНО-1.32, то время, которое прошло с момента неврологической симптоматики, когда она дебютировала у пациента, до момента, когда мы уже отдифференцировали геморраж от ишемии, было настолько незначительным, что мы имели бы все возможности провести системный тромболизис. К сожалению, вот эта часть нас подвела. Но я еще раз повторяю, гораздо чаще мы пациентов получаем с инсультами тогда, когда делать тромболизис уже просто поздно, потому что слишком поздно они вызывают скорую помощь. И это мы уже посмотрели и увидели в нашей с вами жизни. И еще очень важно в связи с этим. Когда у человека уже произошел инсульт, ну, по сути дела, лечить уже нечего. Дальше это либо в одну сторону, либо реабилитация. Поэтому главное, чего нам необходимо достичь, это достичь профилактики инсультов, прежде всего, конечно, ишемических, которых у нас подавляющее большинство, при том, что у нас с вами средняя продолжительность жизни растет,
У нас, естественно, количество ишемических инсультов будет тоже расти. Мы никуда от этого не денемся. И вот здесь для нас очень важна одна штука. Мы провели такое, силами наших специалистов, такое исследование. И вот слава Богу, что в этом случае, Карина Михайловна, пусть он недополучал варфарин, но он хотя бы его получал. Потому что мы фиксируем, что у больных с ишемической болезнью сердца и с нарушениями ритма, причем иногда с постоянной формой мерцательной аритмии, что наиболее часто, мы не находим в назначениях антикоагулянтных препаратов. В лучшем случае аспирин, то есть в лучшем случае антиагреганты, а вот антикоагулянты, у нас сегодня, безусловно, на первом месте варфарин, антикоагулянт не прямой, а это значит, что надо смотреть, контролировать ему МНО. Елена Юрьевна сказала, как это надо делать. Но если наши кардиологи и терапевты не будут больным с хроническими, прежде всего, нарушениями ритма назначать антикоагулянты, в этом случае количество инсультов, особенно эмболических инсультов, естественно, эмболических инсультов, их тоже много, мы их количество не уменьшим. А у нас при анализе количества ишемических инсультов до 40% оказалось, что это инсульты эмболические. И у больных с хроническими нарушениями ритма, которым никто не назначает варфарин. Почему не назначают? Ну, либо не знают, либо знают, но боятся, что МНО просядет и будут другие крайности. Но здесь ситуация у нас с вами абсолютно безвыходная. Мы обязаны назначать варфарин, мы обязаны контролировать МНО, Карина Михайловна, и дозваниваться, достукиваться, объяснять им, что если они не будут принимать варфарин, тогда у них возникнет вот такое осложнение. А если они будут его принимать, но не контролировать МНО, то будет вот такая история, тоже неприятная. Им надо объяснять, тогда возникнет комплаентность. Они должны четко понимать, что их ждет в том или другом случае. А наши доктора, и прежде всего кардиологи и терапевты, должны понимать, что вот сейчас это будет серьезная работа. Если в историях болезни, в амбулаторных картах больных с нарушениями ритма мы не будем находить назначение антикоагулянтов, непрямых в данном случае, то это будет расценено как некомпетентность профессиональная. Поэтому я прошу главных врачей поликлиник задуматься, чтобы была доступность МНО. Сегодня это не что-то такое важное, Алексей Иванович. Если надо помочь поликлиникам, значит, давайте помогите. Но допустить 40% ишемических инсультов, чтобы они были эмболическими, на фоне просто неполноценного лечения, для Москвы это просто позор. И я считаю, что мы второй раз об этом даже не будем говорить. Варфарин, МНО, это все должно стать просто как отче наш. Теперь важная история. Был инфаркт или не было инфаркта? Не знаю, Лена Юрьевна, может быть, и не было инфаркта. Вот Олег Олегович что-то покрасил поли и все-таки что-то нашел. Ведь, понимаете, для того, чтобы вот это понять, нам надо не просто ориентироваться на ферменты, а нам надо четко понимать, откуда какой фермент исходит. Ведь до того, как появилась МВ-фракция КФК, сначала появился КФК. И мы возрадовались, что у нас есть КФК. Потом стало понятно, что от укола внутримышечного или от того, что человеку просто пинок дали, извините, по одному месту, у него КФК повышается. Значит, мы понимаем, что источником КФК является поперечно-полосатая мускулатура. Тогда появилась МВ-фракция КФК. И мы говорим, ура! Вот из всего КФК нам удалось
увидеть, наконец, тот фермент, который специфичен для миокарда. Тоже оказалось. Ну, ясно, что то же самое касается АСТ, тоже касается и ЛДГ, которые, ну, совсем не специфичны, но даже МВ-фракция оказалась тоже не специфичной. Хотя получается, что она только, тоже не только из миокарда, да? Теперь надо понять, откуда же берется тропонин? Мы всегда, когда он появился, мы считали, что вот уж это точно из кардиомиоцитов. Теперь оказывается, что это не совсем так. Хотя ничего более специфического, чем тропонин, пока нам никто еще не предложил. Я не стал бы здесь категорично утверждать, что не было некроза миокарда. Я целиком с вами согласен, что в ситуации, знаете, когда теряют голову, по волосам не плачут, что больной умирал от инсульта, безусловно, что, скорее всего, если там и был инфаркт, он никоим образом не угрожал его жизни. Тем не менее, нам надо все-таки ориентировать наших докторов на весь комплекс, как вы и сделали, на основании чего нам надо ставить инфаркт миокарда. И в каких случаях нам все-таки нужно идти на ангиопластику. Это был, наверное, не тот случай. Хотя я абсолютно убежден, что никакого вреда в конечном счете, кроме, я думаю, что никакого вреда для, ну, то есть никакой роли прогностической вряд ли и сама коронарография и стентирование вряд ли сыграли. Или вы со мной не согласны? Ну, скорее всего, нет, конечно. Брилинда, слава богу, тоже уж очень больших кровоизлияний в голову не было. Но все вместе... Нет, мы обсуждаем вот сейчас такие вещи по отдельности. Значит, проблема только в одном, что каждый раз надо все-таки клинически оценивать пациента. Если бы вот так клинически к этому подошли, пациенту 76 лет, он практически, ну, если не в коме, там, я смотрел, Глазго было 14-10, ну, он в таком состоянии, что и сама-то перевозка его со Стромынки в Новогиреево, в общем, это тоже, наверное, ну, не самая лечебная была для него процедура. Вот. А результат, в общем, совершенно понятный. Тем не менее, я благодарю всех докладчиков и рецензентов. На мой взгляд, это важная история. И поверьте, у нас во всем мире соотношение изменилось. Теперь на первом месте по причинам смерти у всех цивилизованных стран стоят онкологические заболевания. Сердечно-сосудистые переместились на второе место. Мы серьезно отстаем. У нас сердечно-сосудистые по-прежнему на первом месте, онкология на втором. А среди сердечно-сосудистых нам серьезно удалось продвинуться по инфарктам, это правда. А вот инсульты, они нас серьезно тянут вниз. Мне Алла Борисовна дала вот перед конференцией результаты сравнения 2015-2014 года. Есть как будто бы какой-то прогресс, но пока это очень малозначительно. Нам необходимо создавать маршрутизацию больных. Тромбоэкстракция для нас не должна стать экзотикой, а мы должны найти те места, где это будет делаться, определить показания, понимать, когда мы проводим тромбоэкстракцию. Сегодня это реально уже реальность сегодняшнего дня. Это уже тоже не экзотика. И, безусловно, показания к тромболизису, когда, что вот это все должно быть за короткий срок нами сделано. И у нас времени на раскачку, и Елена Юрьевна, и Николай Анатольевич, у нас просто нет. Потому что у нас инсульты нас все равно тянут вниз по сердечно-сосудистым заболеваниям. Я теперь хотел предоставить слово Дмитрию Владимировичу. Я заговорил про тромбоэкстракцию. Это не совсем то, что я говорил про инсульты. Но у нас есть интересная демонстрация, чтобы улучшить себе настроение. Глубоко уважаемый Леонид Михайлович, Глубоко уважаемый Алексей Иванович, Президиум,
уважаемые коллеги. Ваше внимание представляется клинический случай. К нам поступила пациентка, 54-летняя, в довольно тяжелом состоянии. Она приехала с ангинозным статусом, который развился у нее за полтора часа до поступления к нам, осложненный настоящим альвеолярным отеком легких. На электрокардиограмме, которая, как вы видите, снята при поступлении в наш стационар, подъемы сегмента СТ по задней боковой стенке. По скорой помощи была примерно такая же кардиограммка, и больная госпитализировалась как больная с инфарктом миокарда с подъемом сегмента СТ. Учитывая систолический шум на верхушке и бурный отек легких, была сделана эхокардиография для исключения механического осложнения отрыва сосочковой мышцы, потому что это важно, прежде чем принимать решение об ангиопластике. Фактически это было сделано в операционное перекладывание на стол. Но обращаясь внимание на себя, вот такой интересный момент из анамнеза. Больная сказала, что полтора месяца назад у нее уже это все было. У нее был инфаркт миокарда, ее госпитализировали в больницу, сделали коронарографию и сказали, что у вас все хорошо, у вас нормальные артерии, никакого поражения нет, у вас чистые сосуды. И вот опять произошел инфаркт миокарда через полтора месяца. Больная уже на операционном столе, ей сделали ангиограмму, левая коронарная артерия вам не показана, абсолютно нормальная, а правая коронарная артерия имеет два поражения, две окклюзии. Обратите внимание, что у пациентки полтора месяца назад были нормальные чистые сосуды, не было никаких поражений, и вдруг одномоментно появились две окклюзии. Мало того, что этих окклюзий две, они имеют еще очень необычный вид. Вот здесь видно, что такое менискообразное поражение, оно характерно для какого-то инородного тела, которое находится внутри сосуда. Кроме того, это поражение не в одном месте, а их в две. Этих окклюзий две. И мы видим, что в самом сосуде никакого поражения нет. То есть этот эмбол появился откуда-то извне. Он не из коронарной артерии. То есть фактически у пациентки, у которой мы знаем, что чистая, хорошая коронарная артерия, вдруг в сосудистом русле появился эмбол. Когда мы делаем ангиопластику пациенту с инфарктом миокарда, то у нас есть определенный набор инструментов. И, в общем-то, мы действуем в ситуации, когда у нас есть пораженная атеросклерозом бляша, которая лопнула, и есть пристеночный тромб. Мы используем коронарные проводники, баллоны, мы имплантируем стенд, но это совсем другая история. Это история эмбола. И если в коронарных артериях инструментов, которые позволяют убрать адекватно большой тромб, практически нет, да, у нас есть мануальные тромбоэкстракторы, но основное ограничение – это возможность продвинуть тромб дальше и невозможность забрать огромный тромбоэмбол по размерам. Другая ситуация в неврологии. Прошлый год фактически дал зеленый свет двум методикам удаления тромбов из сосудов головного мозга. Потому что в сосудах головного мозга история как раз ровно противоположная. Там закрываются сосуды по этому механизму. Туда прилетает тромбоэмбол, который окклюзирует артерию. И есть две методики, которые появились действительно вот несколько месяцев назад. Они широко стали применяться в мире. Это так называемые тромбоэкстракторы. Но прежде чем использовать эту методику, нам нужно каким-то образом понять, где этот тромб начинается и где он заканчивается, потому что на ангиограмме мы видим просто окклюзию, обрубленный сосуд. Мы приняли решение использовать комбинацию коронарного и нейроинструмента. Это коронарная трубочка, называется гайд-катетер, который находится в правой коронарной артерии. Внутри этого сосуда сделана триаксиальная система. Катетер дистального доступа, который не используется в коронарных артериях. Обратите внимание, какой он широкий. Вот здесь виден просвет, через который он может удалить инородное тело из артерии. Внутри этой трубочки заведена еще одна маленькая трубочка. Тоненький-тоненький катетер, через который мы бросили контрастное вещество в дистальное русло. И вот мы уже знаем, где этот тромб заканчивается. Мы знаем, где он начинается в месте окклюзии, и мы знаем, где он заканчивается. Это нужно вот для чего. Для использования тромбоэкстракторов. Как раз то устройство, да, которое говорил Леонид Михайлович, хорошо бы использовать у того пациента, которого мы обсуждали вот до того. Что он себя представляет? Есть на рынке и в России, они, слава богу, сейчас есть, разного вида вот такие похожие на стенд устройства. Это устройства, которые в артерии не остаются. Они через тоненькую трубочку заводятся в сложном состоянии, раскрываются внутри стента. Внутри тромба. И фактически захватывают их. Внутри тромба, конечно же. Да? Мы заводим в тромб, раскрываем это устройство, ждем некоторое время,
А дальше вот этот стенд убираем назад, и он за собой тащит стенд. Мало того, что он тащит за собой, тромб тащит. Мало того, что этот стенд вытаскивает тромб, мы еще делаем аспирацию из катетера дистального доступа, что позволяет нам убрать все-все-все адекватные народные тела из просвета артерии. Вот так выглядит этот тромбоэкстрактор. Видите, он похож на такие вот шарообразные устройства. У нас его называют шашлык, да, по сходству с известным блюдом. А это сам тромб. Вот такой большой тромб. Разумеется, когда мы извлекаем тромб из сосуда, первое желание его потрогать. Разумеется, мы взяли его в руки. Этот тромб не тот тромб, который бывает в коронарной артерии, который рассыпается почти в тромб. На цвет его, обратите внимание, цвет его посмотрите какой. Да, совершенно верно. Есть темные включения, да, это старый тромб. На ощупь он был очень-очень твердый. На микроскопии тоже мы видим признаки того, что это старый тромб. Это старый организованный тромб, который прилетел откуда-то в нашу коронарную артерию, вызвав закупорку. Вот такой результат операции. Полностью удалось удалить Простите, тромб. Простите, Дима, вот да. Если бы такой тромб залетел в легочную артерию, да, то мы бы считали, что ну так, а какие они? А такие они должны быть в легочной артерии, да, Андрей Станиславович? Вот они и есть такие. Но в коронарной артерии такой тромб – это нечто невероятное. Такого цвета, такой консистенции – это что-то невероятное. Поэтому вот детектив продолжается. Совершенно верно, совершенно верно. Вопрос, откуда он взялся, откуда этот тромб мог прилететь. Вариант номер один, довольно частый, это пациенты с фибрилляцией предсердий, которые не принимают антикоагулянты, и у них ушко левого предсердия фактически заряжается дробью разного размера тромбами, которые потом вылетают и могут попасть куда угодно, в том числе и коронарную артерию. Но нет, у нашей пациентки никаких нарушений ритма сердца нет, тромбоза нет. Еще одна история – это тромбы с клапанов сердца, особенно с механических протезов. Нет, это исключено у нашей пациентки. Тромбы могут быть за самой полости сердца. Это может быть аневризма, да, старая, тромбированная, или же это какой-то миокардит или ДКМП. Но ничего этого у нашей пациентки нет. Дим, простите, хотя вот все те ситуации, которые вы нам только что показали, тромбы скорее залетят в мозг, чем в коронарную артерию. То есть совершенно гораздо верно. Чаще на этом фоне возникнут те самые инсульты ишемические, эмболического происхождения, чем это разовьются инфаркты или залетит это в коронарную артерию. Но просто в силу анатомии так это устроено. Это просто это возможно, но это крайне трудно себе представить. Да, это редкая ситуация. Я посмотрел по нашей базе данных. Примерно 11 пациентов за 2 года у нас таких было. Разумеется, в мозге это происходит чаще. Именно поэтому, наверное, инструмент и развился такой, чтобы удалять эти тромбы. Тромб еще может попасть в сердце из вен ног. Но в норме, если сердце нормально, этот тромб пролетит в малый круг кровообращения. В левых отделах в аорте мы его не увидим. За исключением, если у пациента есть шунтирование крови на уровне межпредсердной или межжелудочковой перегородки. Это довольно простой тест, я его очень люблю, он ничего не стоит. Для него нужно взять только шприц, чуть-чуть физраствора, пузырек воздуха, небольшое количество крови, так называемый бабл-тест. Мы вводим контрастное вещество в вену пациента, и оно идет ровно по тому пути, по которому пролетел у нее сейчас тромб. Вот вы видите, как правые отделы сердца окрасились множественными тромбами, и в норме только в правых отделах мы можем это видеть. У нашей же пациентки картина звездного неба появляется в левых отделах сердца. Это характерно для наличия шунтирования. Тест очень простой, занимает 1 минуту времени. Стало понятно, откуда это произошло. При ультразвуковом исследовании мы видим дефекты межпредсердной перегородки. К сожалению, это непростой случай. У пациентки есть несколько аномалий. У нее есть аневризм межпредсердной перегородки с большой амплитудой движения и несколько дырок в ней, которые являются проблемой. Это непростой случай, здесь невозможно легко лишить все окклюдером. А вот эта картинка вен ног. В задней большеберцовой вене есть тромб, который удивительно по размеру совпадает с диаметром той коронарной артерии, где он и застрял. После восстановления кровотока
В операционной разрешился отек легких, мы прекратили неинвазивную искусственную вентиляцию легких, которая до этого была, прошли ангинозные боли. Через трое суток при эхокардиографии фракция выброса выросла, осталась небольшая зона наружной сократимости, но она совсем маленькая. И самое важное, что митральная регургитация уменьшилась до легкой степени. Собственно говоря, основной плюс нашего вмешательства – это мы убрали огромную тяжелую митральную недостаточность, которая повлияла на ее дальнейший прогноз. Но основной вопрос, что сделать, чтобы у этой больной и у другой такого пациента, да, не происходило это в будущем. Есть два пути. Вариант номер один – это антикоагулянты, чтобы не дать возможность образовываться тромбов в венах ног. Или ликвидация шунтирования крови. Это бывает просто, когда есть в области овального окна отверстие. Это просто мы можем также эндоваскулярно сделать, поставить туда оклюдер типа амплацтера. Но наша пациентка не подходит по анатомии. Вариант номер два – это большая хирургия, но обсуждать хирургию у пациентки, только что перенесшей инфаркт миокарда, у нее еще есть проблемы с легким. Сейчас это, конечно, несерьезно из-за высоких рисков. Спасибо за внимание. Небольшие выводы, которые хотелось бы сделать на основании этого случая. Причина инфаркта миокарда может быть не просто местная атеросклероз и тромбоз ситу, а может быть эмболия коронарной артерии, которая имеет ряд ангиографических клинических признаков. И у пациентов с эмболическим инфарктом миокарда, безусловно, необходим поиск источника эмболии, чтобы предупредить такие эпизоды в будущем. А вот теперь спасибо за внимание. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Но только вот единственное, что я хотел добавить, нам с Андреем Станиславовичем немножко обидно, потому что мы понимаем, что первично она, безусловно, легочная больная. Она, скорее всего, там есть какие-то генетические проблемы, потому что кистозная гипоплазия легких вместе с незаращением форамы навали, это уже говорит о том, что это стигматизированная пациентка, и то, что она дожила до 55 лет, это вообще уже большой успех, да, Андрей? Это большой успех. Плюс к этому бронхоэктазы, надо посмотреть, скорее всего, это тоже бронхоэктатическая болезнь, то есть это тоже не приобретенные бронхоэктазы, а на этом фоне, скорее всего, и легочная гипертензия, и, по-видимому, элементы правосердечной недостаточности, и за счет этого отеки ног, варикоз, и то, что мы встречаем у наших легочных пациентов сплошь и рядом, но у них это все стреляет в легочную артерию. И для нас это абсолютно обычная, тривиальная ситуация. Легочный пациент, хроник, обструктивная болезнь, легочная гипертензия, отеки на ногах, тромбы в венах и обстрел в легочную артерию. Здесь при наличии незаращенного форамы навали мы обнаружили тромб, по сути, венозный тромб в коронарной артерии. И то, что удалось вот так сделать, мне кажется, то, что, я думаю, это редкая история, мне кажется, ее надо описать вам. И это действительно замечательный случай, который поднимает нам настроение, что, в общем, не все потеряно, и мы можем жить как-то с оптимизмом. Я благодарю всех за внимание. Мне кажется, было интересно. Спасибо.